10% акций «Алроса Нюрба» внесут в уставной капитал «РИК Плюс». В настоящее время проводятся корпоративные мероприятия, которые планируют завершить к середине октября. Между тем, контроль за деятельностью «Алроса Нюрба» республика сохраняет, являясь собственником 25% акций акционерной компании «Алроса». Кроме того, «Алроса Нюрба» входит в число стратегических предприятий группы «Алроса». Я думаю, что это будет лучше. Еще раз повторюсь, то, что если мы направим эти средства в бюджет республики, то они будут направлены на погашение дефицита бюджета. Это нерационально. Соответственно, вот аккумулировав эти средства именно в РИК Плюсе, мы достигнем цели обеспечения направления вот на, именно на те проекты, которые вот мы с вами вот обсудили, сказали, что это и инвестиционные проекты, связанные со строительством, и поддержка местного производства, и поддержка наших системообразующих и стратегических предприятий, то, что как раз сейчас экономике республики необходимо. Приняли бы решение приватизировать бюджет, то мы были бы ограничены временными рамками, конечно же, это вы правильно подметили. А сейчас мы как раз-таки будем ждать улучшения конъюнктуры рынка. Еще раз повторюсь, то, что ситуация непростая экономическая. Действительно, конъюнктура она ухудшилась, рынка. Поэтому мы будем ждать, внеся эти 10% в РИК Плюс, мы будем ждать все-таки удобного момента, удобной ситуации, когда можно будет тактически выбрать правильное время для того, чтобы как раз-таки реализовать принцип «чем больше, тем для нас лучше».